А, он сел на землю. Поехали. Сегодня взрослую тренировку мы сделали. Вообще это все. Аккуратнее руки, чтобы он делал. Ты как бы боли чуть-чуть давай в один момент. Да, если он чувствует, что он это. Да, не может. А так держи в ночах. Что, вы? Подыгрывать, да, надо? Да, 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 да. Нет, 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 ну не так прям. Так, да. Натяни просто сама, почувствуй. Подержись. Что такое? Не трогай его, не трогай его. Надо выпустить. Жука, я его подержи. Подержи, скажи, что тебе лень держать стало. Мне нет. Давай, давай. Снизу удар. Куда? Вверх. С положением. А, не важно, сделай. Ой! Куда ты? Он с руки, нет, он с руки. Он пусть пока путешествует здесь. Да, надо выпустить, согласен. Зашла и ничего не сказала.
тут ё-моё. Сразу задачу. Давай, 30 секунд, да? О, молодец! И в обратную сторону так же прыгану. Сейчас, подожди, хочу вот это. Страшно просто. Давай. Прыжок веры. Не-не-не-не, боюсь. Сначала получилось, да, страха нет, страха нет. Давай, разочек. Нет. Пожалуйста. Так, чё, и теперь сейчас попробуем, мы прямо сейчас едем уже? Или сколько-то времени есть? Нет, с 6 часов. Куда едем? На пляж. Можно. Там ради. Я понял. Едем на пляж? 5 минут. На пляж едем? Мы хотели с бревном доработать сейчас еще. Мы начали с бревна. А знаешь, как классно мы сейчас покажем. Опустим же все веревку. Готовы все? Ой. Я уехала. Ты куда ты поехал? Подожди. Подожди, сейчас, ну, давай это. Прям 5 минут. Сможешь наш насечь? Да. Андрей Николаевич, бревно подержишь? Подержу. Все, я прям сразу.